Сие творение лишь сосуд, наполнено оно водой мечтаний и надежд на то, что милости к нему Всевышний будет суд. Пусть даже среди них полно невежд. Однако часто сей сосуд налит обманом, и воду мутную, зловонную таит в себе. Сосуд грешит с ним беспрестанно, затем покорно просит сокращение в мольбе. Остань, ведь сила мысли неизбежна, чтобы очистить.